автор Ирина Краюшкина, категория «Малый и средний бизнес». Автору блога, председателю Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Тингебаеву. Добрый день! Могу ли я зарегистрировать контрольно-кассовую машину с фискальным признаком, но использовать ее как обычный аппарат, так как вид экономической деятельности предприятия не попадает в перечень тех, кто обязан ее использовать? Приказом министра финансов Республики Казахстан о некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин утверждены технические требования и форма соответствия техническим требованиям контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных. Требованиями пункта 27 раздела 1 установлено, что при работе в автономном режиме более 72 часов кассовая машина обязана блокироваться с информированием кассира-оператора. На основании вышеизложенного сообщаем, что использовать кассовый аппарат без подключения к оператору фискальных данных не представляется возможным. Регистрация контрольно-кассовой машины осуществляется по месту использования контрольно-кассовой машины. И при применении контрольно-кассовых машин предъявляются следующие требования. Первое – это осуществляется постановка контрольно-кассовой машины на учет до осуществления денежных расчетов. И второе – это при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, при получении денег выдается чек контрольно-кассовой машины. В случае невыдачи чека контрольно-кассовой машины налогоплательщики в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях привлекаются к административной ответственности. Первое – это в случае невыдачи чека первый раз налогоплательщику выставляется предупреждение. В случае повторного нарушения, в зависимости от размера субъекта предпринимательства, выставляется штраф. Для субъектов малого предпринимательства 20 МРП, для субъектов среднего предпринимательства 30 МРП и для субъектов крупного предпринимательства в размере 40 МРП.